Ни дня без нового асфальта. Свыше 10 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия будет уложено на двух улицах в Дмитриевской Слободе в эти дни. Сегодня дорожники закатали в новый асфальт улицу Первомайская. На очереди Бочкарева. Ремонт дороги на улицах частного сектора Дмитриевской Слободы не припомнит на своем веку ни один из местных жителей. Асфальтировка Первомайской для дорожников стала непростым испытанием. 10-тонному асфальтоукладчику в буквальном смысле приходилось лавировать по узкой улице с крутыми поворотами и многочисленными уклонами. Местные жители новой дороги очень рады и даже в шутку говорят, что наконец-то до них дошла цивилизация. Я живу здесь уже сколько, наверное, с 83-го года, и я даже не надеялась, что будет здесь дорога. То есть при нашей жизни, ну, просто у меня нет слов. Мы очень рады, что нам сделали дорогу, потому что подъезда из-под горы не было. На простой машине не подъедешь, не въедешь. То, что нам сделали дорогу, это очень хорошо. Спасибо нашему мэру. Вы знаете, что было здесь? Кошмар. Вы не видели? Ой, яма на яме. Да дорога-то, она загибается, неровная. Кори может теперь к людям нормально доезжать, да? Конечно, а вот здесь живут люди, как страдали, наверное. А как же без скорой, как люди? Не могут жить. Нужно скорая обязательно. Это здоровье, это жизнь. Нам очень нравится, что положили асфальт, потому что там машины ездили под углом 30 градусов. Вот такая была дорога. После завершения асфальтоукладочных работ в Дмитриевской Слободе дорожники приступят к ремонту дорог в Орлово и Александровке. Всего же общая протяженность отремонтированных дорог в частном секторе составит в этом году более 9 километров, а площадь более 40 тысяч квадратных метров.